совета, да, что в принципе... Руководство региона, руководители профильных министерств и ведомств, эксперты. Главная задача Совета развития Хакасии – поддержка инициатив, направленных на социально-экономическое развитие республики. Речь идет прежде всего о тех проектах, которые влекут за собой развитие инфраструктуры, выпуск новой продукции, увеличение рабочих мест, что так необходимо республике. Помимо этого, еще и дополнительные налоги, обещает один из докладчиков. Типография, выпускающая этикетки и упаковки планируют увеличить мощность производства. Денег у республики не просят, желают лишь заручиться поддержкой гарантийного фонда Хакасии. Другой инвестпроект – строительство современного IT-центра. Если вкратце, то специалисты этой сферы соберутся в одном месте, будут разрабатывать программное обеспечение и выводить его на экспорт в регионы России и за рубеж. Позволит осуществить взаимодействие с учебными заведениями для того, чтобы те кадры, которые рождались у нас в Хакасском государственном университете, в ХТИ, они могли сразу же трудоустраиваться. Для Хакасии это необходимо как дополнительные рабочие места, безусловно, любая коллаборация, она составляет, ну, начинает производить новые рабочие места, ну и увеличение, естественно, налоговых отчислений. На реализацию проекта нужно 600 миллионов рублей. Инициатор идеи уверяет, деньги, инвесторы, заинтересованность профильных компаний есть. Нужно, чтобы Совет развития признал проект приоритетным. Это важно. Вот тут и возникли разногласия. Эксперты признают, проект нужен. Но прежде необходимо оценить все риски, рассмотреть и другие подобные предложения, чтобы выбрать лучшее. Обсуждение продолжится после 10 марта. Кроме того, в ближайшие 3 года в рамках нацпроекта в Абакане будут построены универсальный спортивный зал и футбольное поле с беговыми дорожками. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС.